Всем ря, дорогие друзья, с вами я, Зеномор2023. И как вы поняли по названию, сегодня я наконец-то, заканчиваю делать эту долбанную коллекцию на этом острове, заколебался выводить последнего монстра. Чтобы вы понимали, вот этих всех монстров я выбил именно в тот момент, когда вышел остров. Но последнего монстра я только сделал сейчас. Да. Я его только сейчас сделал, вот как раз он у меня получился, у меня гема хватает, чтобы его ускорить. Так что я его сейчас ускорю и дособеру уже полную коллекцию. А, ура! Думаю, никогда уже не соберу. И мы, конечно, с вами послушаем полную песню этого острова. Ну вот он, у нас получается Допологлер. И мы спокойно сейчас его размещаем. Да, он вступает наконец в нашу коллекцию. Я собрал всех обычных монстров здесь, так что теперь мы размещаем этого монстра. Куда бы его разместить? Хотел бы я вот так спросить. Могу его вот так разместить? Хотя нет, я лучше сделаю вот так. Мы поставим этого сюда. То есть от него будет отступать одна клеточка. Не прям чтобы рядом, а вот так. Тоже будет отступать одна клеточка. Все правильно, да. И теперь мы покормим ее до, конечно же, 10 левела. Да, сказал до 10-го, докормил до 9-го, конечно. Ну вот, она как раз уже заиграла. Да, наконец мы ее уже вывели. Заберем с нее награды. Это 100 кристаллов, как много. Теперь у нас есть полный остров. Давайте посмотрим ее радости. Так, ей нравится вот этот. А вот это ей тоже нравится. Так что мы купим, почему бы и нет. И разместим где-то сюда. Это я пока что так ставлю. Я не хочу пока украшать остров, потому что не вышли все монстры. Когда выйдут уже все монстры, тогда уже можно будет украшать остров. Все, ей уже все нравится, ее радость не 50%. А теперь давайте, ребята, мы с вами послушаем полную песню этого острова. Да, ребята, хоть это и не полная коллекция всех монстров, этот остров, конечно, будет дорабатываться, добавляться новые монстры будут, но уже песня полная звучит просто идеально. Ну, я думаю, на этом все. Буду заканчивать. Всем спасибо вам за просмотр. Всем пока и удачи.